Иван Петрович был большой любитель курочки с лапшой и жил с женою в пролетарском переулке. Но вот Господь не уберег. Прочел в журнале «Огонек» про вальсы Шуберта и хруст французской булки. Там говорилось на беду, что, мол, в 17-м году страну разрушили большевики-евреи. А раньше было, боже мой, не жизнь, а просто рай земной. Балы, мазурки, фраки и ливреи. В итоге получилось так, что этот вопиющий факт пронзил насквозь его ранимую натуру. И с той поры Петрович мог, часами глядя в потолок, переживать за разоренную культуру. В мозгу кружился мысли рой. Он проклинал советский строй за уравниловку, позор и унижение. И вдаль, где славная пора, мадемуазели, юнкера, влекло Петровича его воображение. Он грезил, будто было так. Он облачается во фрак, ах нет, в мундир, ведь он лейб-гвардии поручик. Надев на палец бриллиант и поправляя аксельбант, садится в бричку, приказав «Вези, голубчик!». И вот уже к исходу дня Петрович, шпорами звеня, учтиво руку подает княжне-невесте, чей папенька устроил бал. Но тут Петрович задремал и очутился во весьма пристранном месте. Не то сарай, не то подвал, и кто-то вдруг его позвал, пихая в бок ногой настойчиво и твердо. «Эй, Ванька, черт тебя дери! Ступай в конюшни прибери! Ишь, развалился! Пшел работать, сучья морда!» Петрович, не умыв лица, бежит и падает с крыльца, успев отметить неприятную картину. Вокруг него туда-сюда степенно ходят господа и на Петровича глядят, как на скотину. Одна из дамочек брюзжит. «Ах, да чего же груб мужик? Представьте, если власть они получат». «Вы правы, милая княжна. Им порка добрая нужна», — твердит в ответ лейб-гвардии поручик. Петрович утирает пот. Петрович открывает рот, чтоб выкрикнуть, что думает об этом. Но застревает крик во рту. Он просыпается в поту, а с губ срывается само. «Вся власть советом!»